саженцы азалии сорта Мелина, Мелина, прекрасно подходит для оформления бордюров, многоуровневых клумб и прочих садовых посадок. В мае кустарник начинает цвести, обильно покрываясь небольшими соцветиями малинового и розового оттенков. Он относится к вечно зеленым растениям, но иногда происходит частичное опадание листьев. Высаживать саженцы азалии нужно на кислой влажной почве с рыхлой структурой. Растение нуждается в затенении и защите от сильного ветра. Этот компактный кустарник медленно развивается и к 10 годам вырастает не выше полуметра. Он обладает зимостойкостью и не нуждается в зимнем укрытии. Азалии и японская мелина – это кустарники высотой 50 см, диаметром 150 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка малиново-розовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 3,5–5,5 см. Весной листва по цвету темно-зеленая. Азалию японскую мелина создал Хэнс Хачман. Годом создания растения считается 1976. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.